Школа номер один, представитель Чернышев Сергей Валентинович. Открытие чемпионата мира по футболу с нетерпением ждут и команды-участники, и болельщики. В преддверии грандиозного зрелища в Горячем Ключе впервые прошел детский фестиваль по футболу навстречу к чемпионату мира 2018. Команды горячеключевских школ собрались на стадионе «Юность». Для 250 ребят-любителей футбола фестиваль стал настоящим праздником. В Горячем Ключе всегда была традиция, которая собирала на стадионе полные трибуны. И я хочу, чтобы все это возродилось. Это у нас есть все. Есть команда опытных тренеров. Есть вы, молодежь, которая хотела бы стать, может быть, даже чемпионами мира. И я уверен, что может быть, я уверен, что не может быть, а точно кто-то из вас будет участвовать на более высоких уровнях соревнований Европы, а может быть и мира. Я вам этого желаю. Ну а сегодня я вас поздравляю с этим добрым, хорошим праздником. И пусть тот месяц, который остался до первых матчей, вы все будете совершенствовать свои навыки в спорте. И дальше это будет залогом того, что вы будете заниматься футболом как до этого дня. Я вас поздравляю с праздником и хочу, чтобы сегодня победил сильнейший. С праздником! Одна из задач организаторов фестиваля – привлечь внимание не только к профессиональному, но и к любительскому дворовому футболу. Это и активный отдых, и общение, и возможность самовыражения. Именно на дворовых площадках выросли футбольные чемпионы прошлых лет. Поздравить юных футболистов пришли участники творческих коллективов города. Подарком для участников фестиваля стало выступление профессиональных футбольных фристайлеров. Грамотами наградили лучших футболистов по итогам прошлых игр. Первое место в номинации пенальти 2010-2011 год занимает Сердюк Иван. Футбол – самая популярная игра с мячом на нашей планете. Он не только делает ребят выносливее, учит действовать в команде, развивает мышление, но и способен отвлечь их от компьютеров и гаджетов. Будущие звезды футбола пока еще делают первые шаги в спорте. Для кого-то футбол станет делом всей жизни, для кого-то просто увлечением. Но любовь к нему останется навсегда. Наталья Щербакова, телерадиокомпания «Горячий ключ».